Всем привет, уважаемые друзья! В этом видео я хотел бы рассказать о необычном фонаре. Даже это не фонарь, а просто световая палочка. Называется Crayon Acryl Light Stick. Производителем позиционируется как недорогая замена химическим источником света. Сделана она в США, производит компания Crayon. Компания Crayon, она специализируется именно вот на подобных продуктах. Есть у них другие варианты, например, версия Extreme, которая более большая, более крупная, светит, соответственно, чуть мощнее. Есть версия поменьше, компактная, рассчитанная под батарейки 3А. Данная батарейка просто на формат АА, распространенные пальчиковые батарейки. Называется уже она Original, то есть самая базовая. Выпускается она в 6 разных цветах. У меня этот цвет называется белый, хотя на самом деле в выключенном состоянии он выглядит как розовый, а когда включишь, все равно немножечко зеленит. Что еще? Бывает также версия на 180 градусов. Да, это, как видите, у меня все направленные. Версия на 180 градусов, она светит, соответственно, мощнее, но только в одну сторону. А эта же вариация обеспечивает свет на 360 градусов. Имеется крепление под какой-нибудь темляк или карабин. Питается, как я уже сказал, от двух батареек АА. Вставляются они вот с этой стороны. Внутри вот просто пустота. На самом деле источник света здесь довольно нестандартный. Это так называемая светобумага. Даже вот если так его пощупать, он такой плоский, абсолютно никак не ощущается. Могу сказать, что я раньше со светобумагой никаких вот дел не имел, да. Действительно обеспечивает свет, очень похожий на свет от химических источников света. Если сравнивать, конечно, по КПД с химическими источниками света, с ХИС, то светит чуть, конечно, менее ярко. Если вам нужен именно яркий свет, то вам, наверное, нужно приобрести версию Extreme. Данная версия, она больше подходит для идентификации, да, для обозначения себя, для подачи сигналов или, например, чтобы на очень близком расстоянии, там, в темноте прочитать какой-нибудь текст, карту и прочее. Светобумага – это, кстати, довольно надежный источник света, поскольку он фактически никак не трескается, не ломается. В общем-то, сама эта продукция заявлена как ультрапрочная. Защищена вот сама цветобумага корпусом из поликарбоната. Поликарбонат – это такой материал, из которого, например, делают стекла у баллистических очков. Но конкретно вот по ударопрочности здесь у меня есть не то что сомнения, да просто внешний вид довольно простой, немножечко даже игрушечный. Вроде сделан в США, да, материал нормальный, но не знаю, как себя поведет. Не знаю вот. Вроде как должна держать падение с высоты, по-моему, 1,5 метра. Ну, то есть, когда вы на руках ее держите, случайно выронили, да, то она должна выдержать. Заявлена также и водонепроницаемость. Но водонепроницаемость, вот знаете, в точных данных здесь нет по водонепроницаемости. Поэтому каким-то стандартом, да, соответствия я не нашел. Написано просто водонепроницаемо. Но здесь вот опять-таки, смотрите, просто колбочка, здесь просто силиконовое кольцо, достаточно толстое. Поэтому если кому-то нужно вот именно супер водонепроницаемость, да, то все-таки, мне кажется, надо здесь дополнительно промазывать все щели, чтобы вода не затекла. А вот прямо так в базовом варианте с завода, да, вот в принципе она вот держит, да. То есть я сейчас его погрузил, но, к сожалению, я вот именно ввиду слабости источника света, у меня сейчас дневной свет, если я его, допустим, сейчас включил, и лампа работает, но вы не видите, что она горит, поэтому вот можете мне поверить на слово, да. То есть какой-то там дождь, элементарно падение в лужу, эта штука выдерживает. В принципе, как некая такая концепт-идея, да, вот именно замена ХИС, штука имеет право на существование. Есть такая у нее еще особенность, да, можно ее на системах Молли, да, хорошо крепить достаточно. Вот, допустим, давайте вот покажу. Дело в том, что
как раз форм-фактор сделан так, что неплохо подходит вот на молли крепление. Так, немножечко не так. Быстро, конечно, тут не достанешь, да? Но для того, чтобы закрепить на рюкзаке, допустим, вот, примерно так, и как-то себя обозначать, в принципе, вполне годится, да? Или, например, на разгрузке. Быстро, опять-таки, повторюсь, не достанешь, да? То есть запихать-то быстро можно там наловчиться, мне просто перед камерой неудобно. А вот когда достаешь, это все равно процесс медленный. Так что не для быстрого доставания, да? Вот. Но как вариант крепежа прекрасно совместимо с пал-скреплениями системы Молли. Вот примерно вот так. Что ж, вот я нахожусь в темной комнате, вокруг полная темнота. А на самом деле, как видите, этим источником света вполне можно неплохо освещать, себя подсвечивать опять-таки. С расстояния 10 сантиметров уже можно спокойно читать мелкий текст. Лица людей можно разглядывать уже на расстоянии вытянутой руки. Ну а если просто обозначить себя, да, какие-то сигналы там подавать, то видно уже далеко. На камере почему-то этот фонарик, эта световая палочка выглядит ярче, чем в реальной жизни, и выглядит белым цветом. Вот. Я вижу ее как менее яркий источник света зеленого оттенка. На самом деле, конечно, есть еще эффект привыкания. То есть, если бы, допустим, мои глаза адаптировались через 20 минут, то мне свет казался бы уже гораздо ярче. И, соответственно, вот, восприятие бы гораздо улучшилось. Как какой-то универсальный фонарь, да, сами видите, свет не очень мощный. Реально, вот, просто для того, чтобы что-то подсветить, как аварийный источник света, как свет для обозначения себя, в принципе, это нормально. Особенно здесь есть различные варианты крепления, да, то есть на молли, на карабин можно здесь зафиксировать. В этом смысле, конечно, данный фонарик будет интересен. Опять-таки, для тех, кто часто, допустим, пользуется химическими источниками света, данный вариант, опять-таки, будет неплохой альтернативой, поскольку у него продолжительность свечения 120 часов, при сроке службы самой вот конструкции 3000 часов. Сравните это с химическими источниками света, и вы поймете, что это очень даже неплохой показатель для товара, сделанного в США за цену $25. В принципе, в этом смысле, конечно, мне эта штука нравится. Свет она обеспечивает довольно мягкий, действительно похоже на химический источник света. Очень похоже. Светобумага так вот работает, рассеянно, мягко. Действительно, вот как замена хисам, это, мне кажется, отличный вариант. Для тех же, кому вот нужен просто универсальный фонарь, эта штука, естественно, не подойдет. Штука она довольно специфичная. Ну что ж, друзья, надеюсь, обзор был интересен. Всем спасибо за внимание. Всем пока.